органов на сегодняшний день – это обеспечить правопорядок и охрану мирному волеизъявлению украинских граждан. У нас есть горький опыт участия правоохранительных структур на Майдане год назад. Поверьте, все меняется. Мы меняемся, вы меняетесь. И поэтому сегодня правоохранительная структура стоит на защите украинских граждан. И батальон, который развернут, это те добровольцы, которые прошли самые сложные точки на Донбассе. И сегодня они будут защищать вас от любой провокации, от любой ситуации. Потому что мы делаем одно дело. Мы единый украинский народ. И здесь мы не разделяемся ни на погоны, ни на звание, ни на вероисповедание. Наша цель – это независимое, крепкое украинское государство. И для этого мы готовы ложить еще свои жизни. Мы готовы стоять до конца, до последней капли нашей крови. Слава Украине! Героям! Я не виділяю народних депутатів, але оскільки вони обрані нами,